Первая игра против ВП была довольно близкой. А чего, на твой взгляд, не хватило? Немножко удачи не хватило. Мы играли хорошо и, думаю, должны были выигрывать эту игру. На счете 5-3 могли играть более агрессивно и тем самым задавить. И, возможно, игра бы закончилась вообще 7-3. Но мы немного перетерпели, так скажем. Уже сравнялся счет. ВП, так скажем, почувствовали силу, которую мы, получается, подавили в них, когда начали камбэк и вывели на 5-3. Ну и в итоге, наша вина отчасти, и отчасти немного не повезло. Когда Милон на досках сделал минус 3, это вообще шляп полная. Там мы должны были ОБЗ закрывать и все. Большинство атак по кухне. Мы неправильно шепардом действовали, либо я не успел отдавать смок, шепард дропался, либо я отдавал не то, а смоки. Неправильно играли. Плюс раунд, когда Олвес и Хадрон не сбил плен, там все что-то говорят, то там Раск заблочил, что-то выстрел, то там мимо стрельнул, там все. Мы все тестили, ничего блочить телом нельзя. Был выстрел примерно, мы так же сделали, все сбивает. Но не повезло, анлаки бывает. Всем привет, дамы и господа. Это 5-й выпуск «Мерзких конфеток», более известные как «Отравись или умри», или «Съешь». Говна поешь, в общем. Отлично. Скоро все зубы нахуй выпадут с этими конфетами. Так ты не грызи. Я не грызу, но ты соси. По 6 конфет под конец выпуска остается во рту. Эту героиню хорошо знают и любят за ее ультимативную способность, которую по-простому называют Новый год. Кристалл Мейден. Ясно. Да? Нет, это очень сложный вопрос. Очень сложный. Нереально. И какому герою посвящено аниме по Доте, которое должно выйти в конце марта? Джойстик. А, да? Ты не знаешь? Конечно! Конечно же, я знаю! Так не говори, что не знаешь. Я не знаю. Все знают. Нет. Я не знаю, значит, я не все. Давай будем предполагать. 100 героев удачи. Не, больше там 130. Отлично. 140. Отлично. Там прям, один главный герой. Да. Он на всех постерах нарисован. Давай, нужна подсказка. Что, ДК? Драгонайт? Да. Очень легко. Да я смотри, что делал уже 4 часа. Мне же плохо. Да. Я мог 4 часа без остановки проигрывать ранг. А мы играли. Да, сейчас ты подумаешь, мы играем сутками в другом. А он реально в это играет? Вы вот не подумайте, он реально сидит сутками играет, поэтому если что, вы знаете, кому в комменты писать, кто заруинил. Покажи его, Макс. Я вообще в шоке. У нас есть информация, что Invitational будет где-то в мае. Поэтому мы заехали на буткемп, но мы заехали на буткемп не готовиться к Invitational сейчас, а отыграть стейдж. Но у нас сейчас получается не весь стейдж буткемп будет, а ровно месяц. Там это большинство игр, которые будут. Останется только последние игры доиграть дома. А перед Invitational у нас будет еще один буткемп. Поэтому, чтобы, так сказать, у нас остались силы, так скажем, и
Мы хоть немного побыли дома перед Invitational, мы вот решили сделать так, чтобы еще дома побыть, потом вернуться еще на буткем перед Invitational, поехать на Invitational. Здорово, Овес. Какое твое самочувствие перед победой? Почему на вилле играем? Там менее обидно проиграть и более радостно выиграть. Вот, это отличный аргумент. Пацан был у нас оператор один, ага, который спрашивал, как твое самочувствие перед победой. Так. Так вот, мы 3-0 проиграли. Так зато второе место было. Из с какого там? Из 16. Вторая игра была еще более с разгромным счетом. Не надо даже. Ну вот смотри, тренер написал в группе ВК, что слишком мало агрессии было с вашей стороны. Как можешь прокомментировать? Ну у нас, в принципе, часто такое... Ну вот был же сейчас перерыв, получается, в официалках. И вот когда начинаются официалки, ты, не знаю, какое-то волнение испытываешь. Хотя мы уже все играем миллиард официалок, все равно какое-то волнение идет. И пока вот ты, так сказать, не привыкнешь, что для тебя каждая официалка будет типа как, ну, обычное дело. Типа каждый день такое. Ты будешь испытывать волнение. И мы играли очень зажато, а против БДС играть зажато вообще нельзя, потому что там вот я, ну, наверное, в 5 раундах я умер из-за того, что я держал пиксель и просто умирал от пустоты, потому что у них 9 пинг, они просто выходят, у тебя на экране даже не появляется, ты уже мертв. И против них надо играть более агрессивно, и мы так не играли, к сожалению, мы боялись их. Ну, вот вы вчера обсуждали, что в целом сейчас все более агрессивно играют. Ну, да, действительно, сейчас... Все команды более агрессивные. Я могу, наверное, выделить только BDS, G2, VP и мы, которые могут играть достаточно структурированно. Не просто бегать по карте там, в надежде найти килл или там, не делать какие-то тупые просто раши, просто в дверь впятером бегать, а играть структурированно. Типа по позициям, грамотно, дронов расставлять и так далее. А пока что... Ну, Na'Vi еще. Вот я вот смотрел последние игры Na'Vi. Тоже нравится, как они играют. Мне кажется, они достаточно хорошо выступили в этом сезоне. Но вот а остальных команд, у них получается больше страт под фаст-пуш какой-то, под раннюю агрессию в защите. И достаточно сложно против этого играть. Особенно, когда команда комбинирует структурную игру, так скажем, и агрессивную. Типа, ты там они раунд могут сидеть, ты все занимаешь быстро. Другой раунд ты такой думаешь, ну они сидят, пойду быстро займу, а там оп, 5 человек сверху. И ты умираешь. Поэтому надо привыкать. Пока что ничего не понятно. Я думаю, первый стейдж такой притирочный. НТ. Хуй вас сыграли в конце. Нет, я не мог их просто переставлять. ГГ. Да. Просто каждый раунд умираю от ничего, блядь. Это невозможно играть нахуй с этим пингом 60 против девятки. Вначале еще, парни, вы просто, блядь, зажимаетесь опять, как эти нахуй. Ну, сидите, ну, боитесь. Сложно вот не зажаться, смотри... когда меня каждый раунд, я держу пиксель, меня просто выходит, ничего не, ну я ничего не вижу, меня просто, я умираю. И энергия-то, блядь, вы вот все, вот я сегодня зашел, я сразу сказал, что вы все вялые. Вот вы как начали день, так, грубо говоря, отыграли, все вот такие, блядь, на батарейки сели. Ну вот, в Евролигу попала пара новых команд, Trainheart Esport и Kavana Gaming. Последний играет, например, известный нам по Na'Vi Kendrew. Может, знаешь что-нибудь об этих командах? Какие перспективы? Ну, пару слов. Ну, Kavana достаточно сильная команда. Она очень быстро, так сказать, поймала какой-то свой стиль. Хорошо сыгрались ребята. И достаточно быстро они из непонятно кого перешли в Pro-лигу. И сейчас показывают достаточно неплохой результат. Trainheart сложно сказать. Ну, вот они выиграли вторую игру. Первую проиграли вообще в салат, в слюни просто, в сыр. Ну, как мы, вторую. И получается так. Ну, первую игру они играли вообще непонятно, просто ранки чисто бегали, там, стреляли. Вторую они бегали, чисто ранки ты выиграли. Поэтому я считаю, что эта команда, ну, пока что, это чисто шара. Если у них все прокнет, все будут убивать, они могут выиграть. Если не прокнет, не выиграют. Такая, ну, пока что это рандомная команда, на мое, ну, мое мнение. Хорош! Основное событие сейчас, о котором мы точно можем говорить, это Евролига. Как всегда, интересно мнение о командах твоем. Кто может претендовать, скажем, на топ-4?
Ну, пока что сложно говорить, потому что почти все команды поменяли состав. И пока что нет, ну, четкого понятия, кто как играет. Сейчас плюс еще все команды, которые поменяли состав, на плюс морали. Ну, всегда, когда команда берет нового игрока, она немного на плюс морали, так и думает, ну, вот сейчас мы, ну, прям реально заиграем. И поэтому потом, ну, надо смотреть, кто реально заиграет, а кто не заиграет. Поэтому еще рано говорить, я не могу сказать, кто займет топ-4. Пожелаю тебе удачи, адаптируйтесь, привыкайте и разваливайте, как прошлой осенью. Да, дай бог, дай бог. Такие дела. Всем спасибо за то, что смотрели это видео. Всем удачи. Подписывайтесь на Дана, на меня, на Team Empire. Всем пока.